Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами посмотрим, как кукла из игры в кальмара превратилась в ведьму! Еще этого не хватало! Что же она будет делать? Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет кукла из игры в кальмара. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а мы начинаем! Вау, какие у них костюмы, а вот и она, посмотрите, она в костюме ведьмы, это шляпа ведьминская, ребятки, аккуратней. Встали все так все синхронно, все стоят, мне кажется, у кого-то интерьер должен упасть откуда-то отсюда, какой-нибудь крестик или какая-нибудь кровь какая-нибудь, знаете, капает, и все, это уже считается за движение. Вы согласны? Они танцуют танец хэллоуинский какой-то, однако, надо бы его разучить к следующему Хэллоуину. О, ребята, это настоящий синхрон, ее уже это просто дико раздражает. Она не знает, что с этим делать, но они поставили музыку. Для чего? Это батл? Ведьмы танцуют? Танцуют? Да? Они такие, что? Подождите. Парни, шевелитесь, это какая-то приманка, они сейчас вас вынудят танцевать. Не танцуйте. Да, вот, это ловушка. Да, они сейчас будут батлиться. Бам. Я же говорила, что это ловушка. Это ловушка! Это очень плохо. Кто в нее стрельнул? Это кто в них стреляет? Кажется, игра сошла с ума. Это бассейн или стол? Стол! И опять эти наши персонажи. Ну все, до свидания. Превратился в тыкву. Спанч Боб, конечно, я не знаю. Может быть, он на дне океана, что-то с ним произошло явно. Посмотрите на его цвет. Как странно видеть Спанч Боба какого-то грязно-бледно-синего цвета. О, тут тоже все не очень. Как ты это сделал? Как он так сделал? Это было слишком по-русски, когда что-то не работает, ты долбишь по этому, и оно начинает работать. Но здесь произошло то же самое. Сейчас может все растаять. Не знаю, получится, нет? Кажется, да, да. Получилось, поздравляю. Глупышка! Ой, вообще, у него рук нет. А, нет, у него появились руки. Он очень жестко, парень-зомби, это сделал. Но он это сделал, неважно как. Но он это сделал, это прекрасно. Что дальше? О, тут сразу было понятно, что провал. Ой. А где руки у них у всех? Рук-то нет? Давайте-ка нормальненько, с ручками, с ножками, чтобы все было нормально. Звездочка и звездочка. Итак. Очень неаккуратно и плохо. Парень, ты превращаешься в еще одну тыкву. Сколько участников круг кола? Это не могло сработать, но это сработало. Какой интересный подход. Где же он взял на игре кол? Летучая мышь? Это очень сложно. Что он делает? Он вызвал огонь. Это очень грамотно. Очень умный Among Us. Очень умный. Даже летучая мышь удивилась. Думает, что? Так. У нас тут школа. Наконец-то Спанч Боб выглядит нормально. Он желтый. Я просто не могу на него смотреть вообще ни в каком другом цвете. Какой интересный диван. У них что-то с ремонтом, мне кажется. Нужно починить. Посуда грязная, все плохо. Мне кажется, он, представляете, мне показалось, или он хотел в школу. А его заставили убираться. Может быть, он очень хочет учиться. Зачем ты это съел? Ты уверен, что это нормальная еда? Просто хлеб. В общем, я так понимаю, у них нет денег на обучение. И он только и делает, что работает по дому, там, сям, занимается странной работой. Тут он находит книгу. Книга это всегда хорошо, книга это всегда знание. Но если это книга заклинаний, будь осторожен. Посмотрите, у них новенькие, у них прекрасные книги. Он хочет учиться.
О, да, вы знаете, я захожу в магазин с книгами, я могу купить себе штук 20 и тащить их домой. Я очень люблю читать, это очень круто, мне нравится. Мама заболела, еще не хватало, денег нет, и что делать? Вот это вот ситуация, а? Это, блин, не на шмотки не хватает, не с друзьями погулять не хватает. Тут такие серьезные вещи. Кажется, сейчас ему предложат играть в игру кальмара, вам не кажется? Да? Да! Это было предсказуемо. Когда в жизни все плохо, появляется добродетель, который хочет тебя спасти. Будь осторожен. С человеком можно сделать все, что угодно, если показать ему деньги. И даже если это не человек, а Спанч Боб, губка, которая проживает на дне океана. Итак, так. Все игроки здесь. О, нет. Ну, а Спанч Боб, он такой легкий. Может, он губка вот так упадет, и все нормально будет. Первому никогда не везет. Первый попадает 100%. Вот. Второй прыгай. Ты можешь спрыгнуть куда-то? Ты мог же спрыгнуть в другое место. Давай. Сиреноголовый, он самый тяжелый. А так нельзя делать. До свидули. Итак, у нас остался 456 номер. Это Спанч Боб. Он вспоминает о маме и думает. Так. Тин-тири-тин-тин-тин. Как он это догадался? Он очень умен. Вообще, люди, которым, так скажем, приходится выживать, они всегда умнее тех, кто не выживает. Все как у животных. Лечим маму. Выиграли миллиарды денег. Мама поправляется. И кажется, он может идти в школу. Так ведь? Она вспомнила, как она на него ругалась, что она делала, что он бедненький мерз. И тут ее заела совесть. Да, все плачут. Давайте, хватит плакать. Делайте в доме ремонт. Скорее, у вас теперь столько бабла. Можно изменить жизнь абсолютно к лучшему. Понимаете, в чем прикол? Оказалось, их перепутали. Их перепутали. А как они не заметили этого, что они перепутали? Там другой ребенок. Вот как оно все было. А, так а ей нормально вроде бы, она с ее ребенком. И она вспомнила, что у нее дом ужасный. И подумала, что пусть ее ребенок живет в лучших условиях. Вот как все произошло, они чужие. И тут происходит вот, что они встречаются. Он еще и богатый теперь. Подождите, отдайте его в школу. Получается, она их мама, и Спанч Боба, и звездочки. Мир, дружба, жвачка, любовь, игра в кальмара. Вот такое видео у нас сегодня было, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!